Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в меню шашлык из куриных сердечек. Для данного рецепта нам потребуются, естественно, куриные сердечки. Я взял 2 килограмма. Для маринада мне потребуется соевый соус, имбирь, чили перец, масло, мед, соль, перец, чеснок. Для начала подготовим сердечки. Удалим у них желудочки, лишний жир. Отрезаем лишнее и отправляем в посуду для маринования. Сердечки я подготовил. У меня получилось еще столько обрезков. Это отдам кискам. Теперь нам нужно сердечки посолить. Солим немного по вкусу, так как у нас еще будет соевый соус. Мешаем. Откладываем их в сторонку. Сейчас нам нужно подготовить маринад. Подготовленный маринад тщательно перемешиваем до растворения меда и заливаем наши сердечки. Сердечки перемешиваем и убираем мариноваться минимум на час. В идеале 4 часа. Шашлык мы насадили, наши сердечки. Пойдемте жарить. Обжариваем до готовности минут 10. Все зависит от жара ваших углей. Опять же.
Вот такой шашлычок из куриных сердечек можно приготовить. Это очень вкусно, быстро и недорого. Перед тем, как жарить, после того, как насадили, обязательно протирайте концы шампуров, если пользуетесь медовыми маринадами, иначе у вас там пригорит. И не надо его пересушивать. 2 килограмма куриных сердечек, это получается 15 шампуров узбекских. Одна порция где-то 1,5 шампура на человека. Ну, на хорошего едока, я думаю, даже 2-3 можно. Вкусно, сочно, мощно. Ням-ням-ням. Ну, очень вкусно. Как кто-то написал в комментариях, ты даже невкусную еду ешь вкусно. Потому что я готовлю все рецепты, проверенные не раз. Реально бомба. А на этой вкусной ноте, друзья, по традиции, хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах. Мирного светлого неба над головой. Здоровья родителям, детям. Будьте здоровы, любите, будьте любимы, и это вам воздастся. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. С вами был Волоха. Пока.